для вас очередной, ну и много раз еще будет такой, забавно, согласитесь, розовых военных шапок с кокарды я еще не видел. Но это, опять же, под стиль жира, и это тоже какой-то такой намек, но немножко, надо сказать, такой, не особо изобретательный, как говорится, из серии «Балалайка, самовар» и прочее. Лет от роду. Нибали поехал. И вот она, первая атака Гранда. На здоровенной передаче какой. Винченцо Нибали выстреливает в относительно крутой участок, где порядка 8.
Да, блядь. Рац. This. You don't remember? Надо пинчину. О, свои. Эльнор, держись!
Спасибо. Россия, вперед, Россия, вперед! Молодцы! Отлично. В конце прошлого десятилетия это в поддержку Закарина. Закарин сюда еще не приехал. Рига Уран много проигрывает гигантских. Всех. Очень рано берут его в кадр. Ну а вот наконец вспомнили про Чавеса. Что же Чавес? Там же, где и другие латиноамериканцы. Те примерно столько же, сколько и Уран. Ну а это уже глупость, конечно. Очень плохо, что среди торсиды в Ниболе такое большое количество просто вот тифози, а не велосипедных болельщиков, которые сходят с ума. Какой-то. Хотя все так здорово начиналось для Ригоберто Урана. Так ровно, так тихо, так спокойно. В графике Ниболи так и остается Вальверде. Смотрите, что лучше, чем это было в начале, использовать более тяжелые передачи. Кройшвайк. В том же самом сочленении, где шероховатости, еще раз перепроверяю электронный секундомер. Закарин. Да, конечно, там уже и боль. После своих проблем два дня назад и Улисси в группе капитанов. Вот земляк Ильнура Закарина из Набережных Челнов, Сергей, посылает ему привет, пожелания соответствующие. Из числа приветствий, вон Олег посылает приветствие своему земляку питерскому Славе из Вело Питера, который болеет на месте и который там с флагом стоял как раз. YouTube-канал Астаны, то там вам механик Павел Кунченко покажет. Да, розовая, вот это, кстати, очень популярная одного из болельщиков «Газпрома Русвела». Розовая, немножко не в том оттенке, более такая яркая, нежели розовая майка. Шапка-ушанка, ее уж она, по-моему, и по всем изданиям прокатилась, по фотографиям. Thank you.
Россия, давай! Антошка, давай! Супер! Молодец! Россия, вперед! Ван. Gonna do all Giro d'Italia? Tutta! Tutta! Sì! You are my new hero! Ci vediamo in Torino! In Torino! Where do you go tonight? Tonight? Pareo? Caneva! Caneva? Sì! Non esco! И еще один кусок 15-процентный. Один из самых крутых кусков на Вальпароле, который имеет средний градиент, очень скромный. Пума. Такова его. Достаточно предсказуемое, такое достаточно предсказуемое прозвище этого колумбийского спортсмена, командного работника BMC, который забирает последний перевал. Цепи ведущая 36, скорее всего, не 39. Нужна все-таки определенная... Thank you.
Чупа! Давай, давай! На этой трассе, может быть, я прошел стартовый отрезок немножко быстро, быстрее, чем надо. Корит он себя, следом за нами. Вчерашний... Смотрим. Начиная со вторника. Хорошая легкоатлетическая подготовка и хорошая теплоустойчивость у этого болельщика, которого мы видели много-много раз вдоль трассы гонки. Ильнур Закарин получает дополнительную поддержку. Переехал домой, присоединился к Рабобанку, и это очередная инкарнация Рабобанка, в которой он очень активно работает. Вы видите, до какой степени протряся эту группу. Большинство капитанов остались по одному. Остались, как говорят, в изоляции. Вновь этот человек в розовой ушанке. Выдает отличный кусок в гору, легкоатлетический. Хотя в велотрусах. Значит, поднялся сюда на велосипеде. 12.50, два итальянца, только что проверившие друг друга. Сейчас работают как единое целое. Олег предполагает, что человек, который в ушанке, это, говорит он, Слава Осипов. Отследил его по страве. Ох уж эти стравы, лишающие людей приватности. Атапума пытается убежать из этой группы и довольно... неожиданно, что противостоит этому крупный, высокий люксембуржец, обладатель белой майки, Боб Юнгельс, цепко держащийся за свое седьмое место. Брамбилла накануне сказал, что приоритет у команды сохранение белой майки и сохранение люксембуржца в десятке сильнейших. В очередной раз Брамбилла, которого нарекли здесь... «Иль Пирло дель Циклизмо», намекая на то, что он отличный плеймейкер, он отличный командный игрок. Давай, давай, они все рядом, Скарпоне совсем недавно проехал. Давай, 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 давай
Тяжко. Надо толкнуть соотечественников. Давай, давай. Давайте. А я уж побегал. Дай, 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 дай. Дай, дай.